И журналисты нашего телеканала, и ранее депутаты Госдумы, и общественники придали проблемы балашовской кущевки резонанс на федеральном уровне. Что это изменило, выясним сегодня. Это программа «Прямая речь», я ведущая Мария Смирнова, телефон студии 54-30-30. И у меня в гостях сегодня член общественной палаты Саратовской области Светлана Мартынова. Светлана Александровна, здравствуйте. Добрый вечер. Ну и давайте для начала напомним телезрителям, почему ситуацию в Балашове сравнили с кущевкой и как удалось выполнить, вопреки желанию местной власти, рассказать об этом всей России. Десятки семей в Балашовском районе лишились жилья, предположительно, из-за незаконных действий местного риэлторского агентства. Однако доказать факт мошенничества непросто. Дело в том, что все жители сами подписывали договоры купли-продажи. Правда, по словам потерпевших, они считали, что свою собственность отдают временно, под залог взятых в риэлторском агентстве займов. Несмотря на то, что ситуации, при которой семьи остались без квартир уже несколько лет, полиция так и не смогла найти подозреваемых, очень долго правоохранители не объединяли все дела в одно, хотя это помогло бы ускорить расследование. А местные власти и вовсе бездействовали. И даже внимание съемочных групп из региона и столицы не смогло мотивировать Елену Щербакову на встречу с жителями. Из-за подозрительно пассивного отношения к такой ситуации Балашов даже сравнили с кущевкой. Журналисты нашего телеканала также поднимали эту проблему и вынесли ее на всероссийский уровень. Сюжет о ситуации в Балашове вышел в финал престижного конкурса «ТЭФИ-регион-2016». Ну вот, благодаря вниманию СМИ, в том числе и федеральных, удалось добиться отставки прокурора Низовцева. А что с главой? Почему после того, как она бездействовала, ее даже награждают дипломами в Думе? Ну, я боюсь, ситуация, наверное, парадоксальная, как все у нас в Саратовской области. Я думаю, что сейчас вместо отставки мы с вами будем наблюдать движение Елены Юрьевны Щербаковой по служебной лестнице. Если действительно средства массовой информации сейчас более остро не обратят на это внимание и не обратит внимания на это новый прокурор Сергей Владимирович Филипенко, прокурор Саратовской области, и сам лично Валерий Васильевич Радаев. Я думаю, что то, что, в принципе, произошло в Балашове и назвали «Балашовской кущевкой», это, ну, такой грандиозный, наверное, позор нашей области. И, наверное, показано, как у нас действительно не обращают внимания на жителей своей области, да, то есть местами этой коррупционной составляющей, да, может быть, связь с криминальным миром. То есть это, скорее всего, вопрос именно к надзорному ведомству, то, чем не занимался господин Низовцев. Поэтому мы, наверное, сейчас с вами увидим, как будут развиваться события. И если действительно Елена Юрьевна Щербакова никуда не повысится по служебной лестнице, это будет заслуга общественного контроля, средств массовой информации, ну и, наверное, мудрость нашего губернатора Валерия Васильевича Радаева. А может быть, итог деятельности правоохранительных органов, может быть, действительно за этим кроется что-то иное, да, и действительно, вы прекрасно знаете, в средствах массовой информации было обращение Владимира Вольфовича Жириновского, генеральному прокурору «Чайки», именно по Балашовскому району, и в том числе именно по деятельности Елены Юрьевны Щербаковой. Мы непосредственно снимали репортаж о бездействии Щербаковой в то время, как жители лишались своих квартир. В чем еще она прославилась? Чем, скажем так, еще насолила жителям Балашова? Вы знаете, Елена Юрьевна Щербакова уникальный человек. Ну, во-первых, ее очень тяжело привлечь за какие-то, за бездействие, за подписание каких-то документов. То есть ее полномочия отличаются, например, от главы администрации. Но если вы соберете все жалобы граждан, то вы увидите минимум обращений именно господину Москалеву, да, негатива, тот, который идет от населения. А весь негатив концентрируется в адрес Елены Юрьевны Щербаковой. Почему кущевка? Почему мы говорим «Балашовская кущевка»? Да? То есть если вспомнить те события в кущевке и как происходили там, то есть это слияние судебной, да, правоохранительной системы, чиновников с криминальным миром. Да? И если говорят Елена Юрьевна Щербакова, то нужно понимать, если жалобы идут в основном в адрес ее, кто правит районом, кто должен нести за это ответственность, что позволили этот, допустили ее такие безграничные полномочия, и почему этот человек абсолютно безнаказанно так себя вольготно чувствует. Ведь то, что вы вышли в номинацию ТЭФИ,
Это говорит о том, что не только подчеркнули ваш профессионализм, вот как действительно средства массовой информации, которые смогли грамотно и красиво и профессионально преподнести эту ситуацию, но ведь оценку дали на самом высоком уровне именно репортажу, именно сюжету той проблеме, которую вы подняли, а именно и чиновничий беспредел в том числе. Ведь тема черных риэлторов, она известна на федеральном уровне. И как эта схема работает, и как бездействуют правоохранительные органы, и почему они бездействуют, это тоже известно. Но вот сама подача, проблема и то, что вы сконцентрировали именно в Балашове и назвали Балашовской Кущевкой, я думаю, вот над этим нужно работать сейчас и правоохранительным органам, и органам, наверное, ну, чиновников, да, которые должны обратить на это внимание, и в том числе депутатского корпуса. Что же там происходило на самом деле? Ведь действительно люди были предоставлены сами себе свои проблемы, и почему они пришли именно в партию ЛДПР, и почему им никто не отказал, и почему потом эта проблема стала интересна уже и депутатам с других партий, и уже и правоохранительные органы по-другому стали смотреть на эту ситуацию. Но после того, как самостоятельное решение принял господин Низовцев, он именно самостоятельно принял решение, ведь его не отправили в отставку, он сам ушел в отставку. Нужно тоже задуматься, почему после такого резонанса в средствах массовой информации человек сам принял решение, столь молодой перспективный прокурор, который хотел стать судьей. И документы на судью он также отозвал. Вот на эти вопросы, наверное, нужно ответить не только правоохранительным органам, а еще и органам правительства, да, то есть нужно обратить внимание губернатору, кто представляет кадры, интересы государства на местах, на расстоянии вытянутой руки от граждан. Вот мы снимали в сюжете, также показывали в сюжете, по нашей информации, риэлторское агентство продолжает работать на территории Балашовского района, но уже под другим названием. Что вот с этим нужно предпринять? Но дело в том, насколько я знаю, что до сих пор ведь по обращениям граждан ведет ГСУ, проводит следственные действия. И до сих пор, насколько мне известно, может быть, сейчас ситуация поменялась, до сих пор обвинения никому не предъявлено. И подозреваемых не было, мы тоже об этом говорили. Да. Насколько ситуация сейчас изменится с приходом нового прокурора? Может быть, ну я не верю в глобальный непрофессионализм сотрудников правоохранительных органов, я думаю, что, наверное, все-таки страдал надзор в Балашовском районе конкретно, не только в Балашовском районе. Вы прекрасно видите громкие коррупционные скандалы. Это и господин Зубакин, да, прокурор Энгельского района, это и господин Чечин, да, это представитель органа обвинения, гособвинения областной прокуратуры. То есть это говорит о том, что действительно не просто так наше око дремало, а дремало оно, наверное, целенаправленно. Может быть, сейчас ситуация действительно поменяется. Я знаю, что гражданка Котова подала в областную прокуратуру достаточно грамотную, расширенную жалобу по данному факту. Может быть, сейчас будут следственные действия более там качественно проведены, или надзор усилится за этими действиями. Может быть, наконец-то мы найдем, кто все-таки причинил ущерб этим гражданам. Не бывает же такого, что есть граждане, есть причиненный ущерб. Есть жертва. Да, есть жертва обстоятельств, и жертва обстоятельств как-то самостоятельно решила по собственной доброй воле стать этой жертвой. Вот, наверное, мы сейчас посмотрим, как будут развиваться события. Ну, под вашим зорким оком. А я предлагаю посмотреть отрывок из фильма, который сняли наши коллеги, где Абрамов, это совладелец риэлторского агентства, как раз-таки в разговоре с вами признается в том, что хорошо общался с прокурором Низовцевым, теперь уже бывшим прокурором. Я дружил очень близко и сейчас дружу с Рогодиным Дмитрием. Мы с ним учились, параллельно класс служили, на параллельном пульсе. Мы с детства дружим с этим человеком. Почему я знаю Андрея Викторовича? Потому что, когда еще Рогодин сажали в тюрьму, да, мы играли в футбол. Тут мы вместе встретились, когда я летал в Россию. Там мы встретились. То есть Балашов получил, что полетел он, и я полетел в Балашов. Там мы вместе встретились, и на некоторых матчах были вместе. Светлана Александровна, ну, как нам известно, и сам прокурор не отрицал о дружеских взаимоотношениях с Абрамовым. Безусловно, нам удалось все-таки путем долгих, длительных переговоров попасть на встречу господину Низовцеву. Он принял меня, депутата Государственной Думы на тот момент, Ищенко Антон Анатольевич, и обиженных граждан, которые оказались вот в этой сложной ситуации.
И действительно, на приеме прямо при гражданах, то есть он действительно нам подтвердил тот факт, что он знаком с господином Абрамовым, действительно был на чемпионате Европы, но сказал, что это его личная жизнь никакого отношения к данному разговору не имеет. Ну, наверное, вот это доказательство того, что долгое время, может быть, и не могли найти действительно человека, который нанес ущерб этим гражданам. Может быть, вот эта связь сыграла роль. Но опять, это должны, наверное, оценку дать правоохранительные органы. Но хочу отметить... Но вы для себя галочку поставили в тот момент. Конечно. Нет, безусловно, я не просто галочку поставила. Я вам честно скажу, когда я вышла с данного приема, сказала, что такой прокурор не имеет права работать в органах прокуратуры, представлять око государева, потому что тогда само понятие прокурорского надзора и сам орган прокуратуры, ну, получает такое извращенное понимание. Я считаю, что прокурор – это человек, ну, в нашем олицетворении сейчас это госпожа Поклонская, да, которая показала, какой должен быть, наверное, прокурор, и не только госпожа Поклонская, поэтому... Вот когда я вышла, я сказала, что не знаю почему, но все-таки, наверное, господин Низовцев примет решение в ближайшее время уйти с занимаемой должности, потому что, ну, не место ему здесь. Так и получилось. Вот, наверное, всем нужно помнить чиновникам, сотрудникам правоохранительных органов, представителям судебной инстанции, когда к ним приходят граждане за, по тем или иным вопросам в соответствии с законом, чтобы они разрешили ту или иную заявление или жалобу, нужно понимать, для чего они здесь пришли, да, что они должны жить на одну зарплату и, что немаловажно, работать в интересах государства. А некоторые, то есть у нас как судьи являются представителями гаранта Конституции, да, и должны принимать правосудные решения. Вот когда вот это все будет работать, так как сейчас я сказала, тогда мы с вами получим действительно правовое государство, и, наверное, не будет не то, что черных риэлторов, просто само понимание, что кто-то хочет массово нарушить закон, оно само по себе уйдет. Ведь нарушают закон там, где позволяют. Вот там было позволено. Мы рассчитываем, что ситуация в Балашовском районе начнет меняться, и, может быть, таким толчком к этому послужит и тот факт, как вы тоже выше говорили, что мы прошли финал конкурса «ТЭФИ-регион-2016», где как раз показали, что власти в Балашовском районе бездействуют, и жители лишают своих квартир. Но мы взглянули на проблему гораздо шире, придали ей такое философское звучание. Мы показали, что у нас есть проблема правовой безграмотности людей. Мы провели эксперимент, и выяснилось, его результаты нас шокировали. Жители с легкостью подписали документы, не читая, при этом дали право нашему юристу распоряжаться их имуществом. Вот вы тоже непосредственно общаетесь с людьми. Сталкивались ли с такими проблемами? Безусловно. Практически каждый заявитель. Нужно понимать психологию человека, который попал в трудную ситуацию. У него практически крик о помощи. Да? То есть неважно, там хотят они что-то оформить или у них материальные трудности. Они действительно верят к человеку, который наделен теми или иными полномочиями. Они верили этим риэлторам, что действительно люди за какой-то процент выполнят им достойно эту услугу. Никто не рассчитывал. Рассчитывала на то, что их действительно обманут, и они лишатся самого главного, да, места проживания. Ведь остались на улице малолетние дети, и здесь нужно отметить, как реагировали органы опеки. Реагировали ли они, да? То есть это люди, которые должны бороться за несовершеннолетних детей, то есть они должны представлять их интересы в судах и какую позицию они должны занимать. Ведь можно просто отсидеться в судебном заседании, а можно дать стойкую позицию заключения, что действительно они против данного решения. Вот сейчас, кстати, хочу отметить, у нас по гражданке Котовой получилась такая возможность, и мы отменили решение суда в апелляции по признанию договора недействительным купли-продажи и признанию доверенности недействительной. Сейчас у судьи Пряхина находится дело, то есть передали в первую инстанцию. Я предлагаю средствам массовой информации подключиться к этому вопросу, освещать данный процесс, потому что интересно, чем закончится дело. Вот. А вам большое спасибо за то, что вы не просто подняли эту проблему, а за то, что вы действительно показали
психологию действительно конфликта, как возникает у человека, как возникает эта ситуация и в какой ситуации он оказывается потом. То есть что его ждет в кабинетах власти, в правоохранительных органах. И надеюсь, что вы действительно выиграете. Также благодарны Первому каналу, который освещал, и все средства массовой информации, которые нас поддержали, местного уровня, потому что очень много о проблеме писали. Но, наверное, теперь, после того, как вы стали номинированы, да, на ТЭФе, то есть вы вышли в финал, я думаю, что Валерий Васильевич все-таки как мудрый руководитель примет решение, что Елена Юрьевна, наверное, не займет пост, особенно в правительстве Саратовской области. Кто-то ей пророчит. А есть еще истории, которым нужно придать огласку, вот тоже, когда люди попали в тяжелые ситуации. Знаете, любую проблему можно взять, то есть не обязательно это обманутые там риэлторами граждане, у нас обманутые дольщики, у нас неправосудные решения, очень много жалуются граждане, да, то есть у нас бездействие сотрудников правоохранительных органов, бездействие чиновников зачастую, то есть за каждой жалобой стоит конкретное лицо, которое вовремя не реагировало и довело до той или иной ситуации. У нас действительно люди доверчивые, но они просто, у нас такой менталитет. Мы верим. Мы свято верим к людям, которые действительно должны разрешить нашу ситуацию. Ведь сколько людей говорят, да, незаконно. Мы не можем говорить, что да, но там результативная часть, безусловно, мы ее должны исполнять. Но когда мы читаем описательную часть, да, то есть мы же должны с вами удивляться и предвосхищать события, куда увели бюджетные денежные средства. Сейчас правоохранительные органы задаются тоже этим вопросом, когда судьи принимают решение, а что лежало в материалах дела, как я говорю, в описательной части, на что опирался судья. Поэтому можно любую тему брать, но самая острая, я считаю, тема – это судебная правоохранительная система. Вот бездействие, ее пороки, коррупционные составляющие, непрофессионализм местами сотрудников, вот оно порождает ту безграмотность людей, толкает их вот в руки мошенников. Ну и процветают, естественно, мошенники. Сейчас журналисты обращают внимание еще на один район, который также сравнивают с Кущевкой. Как вы отреагировали на расследование репортеров? Это Энгельский район? Это, да, веду речь об Энгельском районе. Да, в средствах массовой информации тоже фигурирует название Энгельская Кущевка, да, и там как раз проводят проверку сама система, да, такое самоочищение, то есть, насколько я помню, вы говорите о том, да, Сергей Петрович Аринин проводит проверку своего ведомства, насколько чистоплотно работают его сотрудники. Хочется отметить, это единственное ведомство, которое достаточно серьезно самоочищением занимается на протяжении там всей работы Сергея Петровича, там можно отмечать его плюсы и минусы, но, по крайней мере, то, что он не прикрывает людей, действительно, которые порочат погоны, этот факт есть. Он никогда, то есть, стоит на принципиальной позиции, что эти люди не только не должны там работать, да, но если есть и наказание, оно должно их постигнуть. Поэтому то, что у нас постоянно появляется слово «кущевка», там «Энгельская кущевка», там «Балашовская кущевка», часто звучит там в каких-то репортажах, в средствах массовой информации «Саратовская кущевка». Наверное, именно поэтому у нас с вами появилось два руководителя, достаточно профессионально работающих на территории Саратовской области, которых прислали к нам, наверное, надо большое сказать спасибо тому ангелу-хранителю. Благодаря им у нас появился руководитель Федеральной службы безопасности по Саратовской области, это Игорь Иванович Звоздеев. И у нас появился новый областной прокурор, это Сергей Владимирович Филипенко. Дай Бог им здоровья, и будем надеяться на то, что наша область зацветет, задышит и начнет все-таки чтить закон Российской Федерации. Мы же, как журналисты, будем отслеживать, насколько эффективно работают эти два ведомства. Также будем добиваться справедливости на территории Балашовского района. Будем следить за судьбой Елены Юрьевны Щербаковой. Светлана Александровна, спасибо большое, что пришли и ответили на наши вопросы. Большое спасибо. А у меня в гостях была член Общественной палаты Саратовской области Светлана Мартынова. Я, Мария Смирнова, прощаюсь с вами. До следующих встреч.